Сегодня мы возьмем 200 граммов листьев салата, 100 граммов зерненого творога, 200 граммов сырых шампиньонов, грецкие орехи, 100 граммов твердого сыра типа пармезан, сок одного лимона, оливковое масло. Из этих продуктов приготовим салат. Начинаем с шампиньонов. Хорошенько вымытые и высушенные тонко нарезаем и сбрызгиваем соком одного лимона. Теперь без опасений эти грибы можно есть в сыром виде. Польза шампиньонов для мозга по содержанию фосфора приравнивается к пользе рыбы. Для похудения сырые шампиньоны идеальны, поскольку в 100 граммах продукта всего 25 килокалорий. Далее нам нужно промыть и просушить листья салата. Рвем их руками. Ядра орешков раскалываем на четвертинки. Сыр нарезаем с помощью овощечистки на тонкие пластинки. Пришло время готовить блюдо к подаче. На салатную тарелку выкладываем зелень. Сверху высыпаем шампиньоны вместе с лимонным соком. Произвольно присыпаем зерненым творогом. Выкладываем четвертинки грецкого ореха. Солим, перчим. Приправляем небольшим количеством оливкового масла. И, наконец, сверху, не жалея, украшаем тонкими пластиночками сыра. Наш быстрый, но очень вкусный салат готов. Маринованные в лимонном соке шампиньоны добавляются салату пикантности, а творог и сыр смягчают вкус и добавляют изысканности. Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.